Привет, ребята! На улице весна, уже второй месяц весны, апрель, а у нас, та-дам, еще елка. Елка живая, чтобы вы понимали. Смерека. Продавщица сказала, что достоит до марта, но он достояла до апреля. Вот она, красавица. В этом году у нас небольшая, чудесная вот такая вот елка. Смерека. Не осыпается. Я вообще предлагала ее спрятать куда-то в темный угол и достать в следующем году. Но все-таки пора ее уже убирать. Впускать и домой весну. Как-то будет уже и стыдно выносить елку в апреле месяце. Может, ее через балкон выкинуть. Будет такой елкопад. Курлык-курлык, и полетела елка через окошко. Ну, красивая елочка в этом году у нас была. Я вам не показывала, как я ее наряжала. Я вам покажу, как я ее буду разряжать. Раздевать елочку. Так. Взяла уже ножницы. Вот они. Буду снимать сначала игрушки, потом вот эти гирляндочки, гирляндочки, которые светятся. Кстати, вот мой самодельный снеговичок. Он уже стоит давно. Из самодельной глины, никаких запахов от него, ничего такого страшного с ним не происходит. И, как видите, он не потрескался. Это для тех, кого интересовало, трескается ли изделие из самодельной глины. Вот. Какие у нас игрушечки тут были докуплены одинаковые, чтобы это было как-то стильненько немного смотрелось. Игрушки я вешала на вот эту, как она называется? Игрушки я вешала на лента, изолента. Как она называется? Леску. Игрушки я вешала на леску. Она такая прозрачная и не видно ее на веточке. То есть они так себе парят в невесомости. Игрушки. Как вы видите, на елочке есть такие белые следы. Это а-ля типа искусственный снег. Сейчас я буду быстренько эти игрушечки отрезать. Посмотрим, насколько сыпется сейчас эта елка. Но пока стояла и ее не трогали, она вообще не сыпалась. Сейчас ускорим этот процесс. Вот, игрушки уже сняли. Так она выглядит без игрушек. А вот эти штучки я вставляла. Вот они такие красивые. Видите? Это с букета цветов. Были такие там штучки. Цветочки розовые. Не засохшие. И я их вставила в елочку, чтобы добавить ей какую-то пушистость. Вот моя еще одна елочка из клея, термоклея. Есть у меня видео, как я ее делала. Вот. Она уже, это чудо тоже сыпется. Розовая. Сюда втыкну пока. Вот. Вот эти штучки снимаем. Они нам пригодятся на следующий год. Уже как так снять, чтобы она мне полностью не рассыпалась.
все, вот эту красоту тоже сняли. Теперь нужно снять вот эту гирлянду. Так, выключаем с розетки и снимаем. Наша елочка разобрана. Осталось ее выкинуть из окна. И официально весна пришла в наш дом. Смотала уже гирляндочку. Все. Как же ее выкинуть? Действительно через окно, что ли? А там кто-то, может, подберет себе на следующий год. Капец. Короче, надо еще подумать, как ее вынести и выкинуть. А сначала вот этот мусор после елки надо убрать. Немного по квартире оно немного рассыпалось. Вот, отлетали такие вот куски. Даже веточки засохшие, она хорошенько засохла. Но тем не менее, смотрите, она же не сыпется. Вот. Так вот, если приложить усилия, нажимать, то вот елочки такие остаются на руках. Но она ж не сыпется при прикосновении, как это происходит с обыкновенной елкой. Да, и даже сосна тоже сыпется. И причем, когда пытаешься ее вынести, выкинуть из квартиры елку, то иголочки это эти по всей квартире. Но сейчас тут немного подмету и придумаю, как ее вынести, выкинуть, не знаю, замотать. Весной-то. Интересно, у кого-то так еще долго елка стояла живая? Или это я одна такая вот сумасшедшая немножко? Все, далеко ли я ее унесла? Я вынесла ее на балкон. И пока она будет тут стоять. Ну что, как декор. И чтоб вы не сомневались, что на улице весна, вот, пожалуйста. Вон уже зеленуха пробилась. Вот, вместо елочки теперь будет стоять такая моя картина и солевая лампа. Можно еще сюда фонарики какие-то поставить. Вот один такой фонарик. Можно еще поставить второй фонарик. Ага. Можно еще подсвечник поставить самодельный. Ну, вообще. Не, он уже тут насвистится. Вот, или вот это поставить. Так вот, временно будет стоять так пока. Ну, как-то так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Смотрите там другие видео в плейлистах. В общем, развлекайтесь на моем канале. Всем пока-пока. До новых встреч.